Всем любителям каракатов привет. Ездил, короче, позавчера на охоту на каракате до одной избушки. Нужно было печку там забрать. В общем, избушку продают. Вот. Но суть не в этом. Короче, первый раз столкнулся с такой проблемой, что у меня отказала задняя передача. И вместо пятой втыкается третья. Вот. Приехал домой. Заехал, короче, в очень хороший такой бачак, еле выехал, ну туда-обратно ездил, задняя была передача, как выехал. Потом понял, что у меня не оказалось задней передачи, хотел развернуться назад, не получается. Хорошо, больше таких луж не было, и потихоньку доехал, короче, все вперед. Ну и тут, в общем, короче, позвонил мне товарищ Славик Бобрецов. Вот. Я ему объяснил ситуацию, он говорит, возможно, там дело в маленькой тонкости. Вот. Сейчас туда заглянул, действительно, пока просто с этими коробками тут такого не было, что прям знаний таких, не сталкивался еще ни разу. Вот. Он мне подсказал тут, я глянул, да, реально, дело всего лишь в маленьком болтике. Итак, вот мой каракат, каракат называется Охотник. Здесь у нас коробка перевернутая, такая система у нас здесь, переключение передач, смотрите, не напрямую. Все вот такие тяги. Вот они. Видите, какая система. В принципе, удобно. Также все получается так же, как на автомобиле. Вот. Дело все вот в этом маленьком болтике. Вот он. Он выкрутился. И получается, крутится. Кулиса у нас не крутится, то есть. Вот тот шток. А он просто по нему крутится, вот этот, вот эта хрень. Как же показать-то? Вот она, где же? О, вот это. Вот она просто по штоку крутится. Но сам шток не поворачивает. Поэтому нет, ну, не довключается задняя передача. Сейчас буду регулировать. Потом как отрегулирую, заведу, проверю. Так, вот подтянул еще. Здесь гаечка у меня ослабла. В общем, получается, нейтраль надо найти, вот, чтобы ровно рычаг был. Вот, третья включается, четвертая включается. Все, теперь надо в таком положении затянуть болт. Вон там плохо видно, конечно, время вечер уже. Сейчас затянем его и проверим, сработает или нет. Да, он вообще выкрутился, ну как выкрутился? Не совсем, конечно, но, в общем, не потерялся. Главное, чтобы резьбу не сорвать. Это неизвестно тоже, какие там болты были закручены. Вот. Все, более-менее затянул. Ладненько, сейчас заведу, проверю. Поедет он у меня взад или нет. Там печка еще мешает, блин. Ладно, сюда пока положим. Печка мешать будет, да? Свет. Пока вперед можешь, а потом назад поедем. Тут все мешается нафиг. Ладно, попробуем, заведу сейчас. Все равно вперед, но надо будет сейчас пока расслабить и все-таки, наверное, вот подтянуть. Так, не хватает, да, вот так рычаг чуть надо будет поставить. Так, вот выкрутил, получается, болт. Теперь понял, там есть в штоке углубление как раз под болт. Вот под такой. Вот он. Конусообразный такой.
Вот сейчас надо будет попытаться именно туда попасть. Так, вроде бы все отрегулировал. Рычаг выставил. Где там? Вот он. Ну, сейчас попробую закрутить. Итак, короче, закрутил я этот болт, вот он, видно, да, вот он, шел в тугую, но маловато, такое ощущение, как будто что закрутился все равно, буду пытаться еще, или выкручу, посмотрю, все-таки, может, внутри резьбу разбило, придется подбирать болт, вот, но факт то, что сейчас вот эту кулису он уже цепляет. Вот она. Здесь мне видно. Фонарик не так как-то светит. О. В общем, сейчас заведу, попробую, как будет работать. Что ж, идеально. И сейчас даже включается задняя передача, это не надо к самому сиденью подтягивать, оно просто раз вот, все, и прям класс, вот такой звук четкий. Пятая, я думаю, будет работать, если вторая, ой, задняя включается. Ну вот, короче, поломка устранена, оказывается, дело было не в бобине. Вот так вот все легко и просто. Оказывается, болтик выкрутился, сразу не обратил внимания. Вот такая система. Задняя передача у меня втыкалась, аж к самому сиденью надо было подводить рычаг. А сейчас вот он до сиденья не доходит. Вот. Также и пятая будет включаться. Третья, четвертая. Все. Вот. Сам я, конечно, не догадался сразу. Вот, люди подсказали. Это я сейчас сделал это видео для тех, кто... может быть, столкнется с такой проблемой, что оказывается все намного проще, чтобы не пришлось зря коробку скидывать. Вот. Коробка, правда, у меня немножко подтекает, чуть-чуть где-то масло кидает, потом посмотреть надо, от грязи все это отмыть, и видно будет. Так. Так, в остальном пока вроде все нормально. Сопливит еще левое переднее колесо иногда, главное, в некотором положении каком-то. О, а остальные все нормально. Вот, кстати, ремешки еще поменял новые вчера. Ой, позавчера. Рубеновские. Чешские. О, видите, какая грязь? Это я так ковырялся там в одном бачаге. Вот сюда аж до двигателя грязь летела. Все закидало нафиг, все крылья. Все, вот кузов, все закидало нафиг. Вот. Короче, методом тыка. Не без добрых людей, как говорится. Стоило просто спросить и все. Подсказали люди. Также вот, кто новички, будут пользоваться таким каракатом. Такие тонкости бывают. Ладненько. На этом закончу видео. Спасибо всем за просмотр. Удачки всем. Пока-пока.